На территории Тамбовской области по благословению главы Тамбовской митрополии митрополита Тамбовского и Рассказовского Феодосия проходит 7-й Тамбовский региональный фестиваль «Пасхальный свет». Во время него вся область окунулась в творческий поток, книжные и творческие выставки, концерты и встречи. Очередное мероприятие состоялось в Доме культуры Рассказовского района. В рамках фестиваля «Пасхальный свет» в районном Доме культуры прошел праздничный утренник, посвященный празднику Пасхи. Дети на празднике пели песни о Пасхе, о весне, водили хороводы и танцевали. Участники концерта проявили необыкновенную фантазию и выдумку, показав свое высокоисполнительское мастерство и подарили каждому из зрителей заряд хорошего настроения. Такие мероприятия необходимы для того, чтобы наше подрастающее поколение побольше знало о православных традициях и умело правильно их отмечать. Николай Теплов, Александр Прокудин. Новости ТВ «Рассказывай».